Главное... Нет, не главное. Не готов, да? Нет. Еще раз. Ну и оставляй. Тренер ФК Кубу Александр Иваненко. Александр Александрович, пару слов об игре. Выделите позитивные моменты, кроме забитых голов. Ну, в целом, как сказать, если не брать голы и все тому подобное, просто ребята переварили информацию, видимо, которую мы вчера все вместе обсудили, как я и говорил, поговорили по-мужски, как бы, вот результат как бы налицо. Обидно, конечно, что вчера не получилось хотя бы часть от этого. Почему? Потому что, ну, моменты были, предпосылки были, ну, не забили. Сегодня все вот так сложилось. Поэтому, значит, у ребят все-таки есть характер, значит, как бы просто мы использовали свое право на ошибку. Что вы сказали перед сегодняшней игрой? Это что-то личное или же это были какие-то установки, наработки? Вы там детально подготовились к сопернику, который только что вышел в премьер-лигу? Ну, как бы тяжело было разбирать их игру. Почему? Потому что как бы мы их не видели до этого. Посмотрели две игры на этом турнире, как бы в целом команда очень понравилась. Причем мобильная, то есть переходы хорошие у них. Все как бы, сегодняшний счет, он просто отражает то, что разозлились скорее мы. И то есть несправедливо по отношению к той команде так вышло, не по гостеприимному, скажем так. Но, несмотря на это, наши ребята, я же говорю, видимо, услышали то, что должно оставаться в раздевалке, конечно, между нами. Они это услышали и сегодня показали это на поле. Какие планы у команды в дальнейшем, какие турниры ожидают и как проходит подготовка и на оставшиеся полтора месяца, что будет делать команда? Ну, сейчас, я так думаю, недельку отдохнут ребята, потому что сезон как бы заканчивается, уже и городские соревнования, и краевые подошли к концу. Поэтому недельку отдохнем и будем готовиться. У нас уже 8 числа старт в городском турнире «Зимнее первенство». Будем через этот турнир просматривать новых ребят, готовить основных, то есть будем работать. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Вы прям как признак старта.